Одна особа говорит: батюшка, что мне делать? Муж меня загнобил. А ей лет 25-26, вот так, загнобил. Говорит, почему? Говорит, он меня постоянно ревнует. Зачем? Говорит, батюшка, я бы и терпел бы. Я, говорит, Бога знает, знает, что надо терпеть. Я бы терпела бы. Я виновата была бы. Я хотел мыслить, что-нибудь думал такое. Я бы терпел. Батюшка, у меня не только в делах не было его измен никогда. Мне мыслей-то нет этого. Ну что у меня вот так-то вот, а? Что делать-то? Молиться будем, понятно. А еще что? А еще вот что. Ты на работу как ходишь? Ну как, ногами. Нет. Прежде чем ты работаешь, что делаешь дома? Ну что, как что, оденусь. Ты кем работаешь? Поваром. Понятно. Она поваром. Говорит, в ресторане. В ресторан ты в чем ходишь? В фуфайке? Говорит, что ты, батюшка? В ресторан фуфайку. Ты что сказал? В городе же, что скажи, кризачи одену. Прилично оденусь. Макияж, причешусь, все. Пошла. Так, понятно. К чужим, туда. На работу. Молодец, умница. Хвалю. А к родному законному мужу, как ты с утра, скажи. Она, ну как? Ну ты когда одеваешься так? Перед выходом на работу, а пока до выхода, ты как ходишь? Сорочка ниже халата, нечестно, да? Да? Вот. Ты его импотентом давно сделала, вот он и злится. Вот он и злится на тебя, вот тебе всем платит. Ты Бога знаешь, он говорит, знает. Ты считаешь себя православным, да? Если ты священник был совение, сейчас получишь, ты вынужден будешь выполнять. Ты к этому готова? Говорит, готова. Вот тебе благословение, ей сказал. Встав с постели, стремись вставать раньше мужа. И одевайся. И наведи красоту. Так? А на работу пойдешь? Смой все это. Одень фуфайку, иди. Вот тебе благословение. Она говорит, батюшка, вы шутите? Я говорю, серьезно. И она уехала. Я бы не знал, что было, если бы через 2 недели не приехал некий, его имя Андрей Рабожий. Он меня поймал в воротах, сцепил меня, руку трясет, я думаю, сейчас выдернет. И говорит, батюшка, я вам благодарность, в ноги. Говорю, подожди, что случилось, что я там натворил по поводу такого? Он говорит, ничего не плохого, моя жена была здесь. Ты знаешь, что я ей сказал? Чтобы она встала утром, и мы тебе, а на работу фай хотел. Батюшка, она Бог верит, она так и делает теперь. Когда я друзьям сказал, что она ради меня одевается, у нас наспор был, говорит. На ящик коньяка поставили, что это неправда. Я их сказал, внезапно приходите, они пришли и говорили, правда. А они были, видели, как на работу стал собираться. Умылась, все, мыла себя, одела кое-как, пошла. Я говорю, но она приезжала, жалуется, ревнуешь. Говорит, какая сейчас ревность, ты что, батюшка, какая ревность? Я вижу, кому она такая нужна? Меня любит, я вижу это. Так вот, мои дорогие, вот. Это может быть смешно, да? Но это вот факты жизни. Поэтому не так все просто. Прежде чем требовать от кого-то, жен от мужей, нужно от себя потребовать. Прежде чем не от жены потребовать, нужно от себя потребовать в первую очередь. Начинать с себя. Христос говорит, из сердца своего исходит. Сердце свое сначала строить, сначала свое сердце.